Ну что же, я решил снять финальную серию. Почему же финальную? Да потому что вам этот летсплей, скорее всего, уже надоел и неинтересен. Поэтому я его решил, ну, взять и закончить. Типа, ну, логично, да. Поэтому у нас будет идти с вами только революция. Но вместе с ним еще Real Craft 2.0 моей версии. Поэтому, если что, то можете подписаться, чтобы не пропустить. И наш уже 108, да. Я же говорю, что мы поднимемся с колени. В общем, я решил закончить летсплей. Почему же? Потому что многие смотрят его, любят. Но это не точно. В общем, сейчас я, наверное, вам скажу. Этот летсплей, скорее всего, вам уже надоел. Он вам не нравится. И вообще, это чуть ли не самый для вас худший летсплей вообще, который только существует. В общем, сейчас я буду записывать потом уже революцию, как бы это странно ни звучало. И все дальше будет революция Real Craft 2.0, потому что я там играю на хардкоре, и если я вдруг помру, то Real Craft 2.0 тоже закончится, и будет идти революция, но я буду придумывать другие классные рубрики. Поэтому можете подписаться, чтобы их не пропускать. Эх, но это была финальная серия, точнее, как финальная, просто из того, что, скорее всего, вам уже надоело это смотреть, потому что уже там набирается очень мало лайков, очень мало просмотров, и благодаря этому я заканчиваю этот летсплей сезон, называйте как хотите. Но да, для некоторых, возможно, это хорошо, потому что некоторые новички. Но революция, скорее всего, будет самым длинным летсплеем. Вообще, если бы я бы решил бы здесь бы все пройти, то, скорее всего, это бы заняло 400-500 серий, потому что вам не нужно будет смотреть эти 400-500 серий, потому что это слишком долго. Максимум, наверное, будет 100, 115, 120. Ну, где-то в таком размере. Это не так много и не так мало, потому что я видел, есть типа летсплейщики, которые там 200 серий. Ну, как по мне, это слишком много. Именно поэтому здесь слишком много глобальных модов, поэтому... Эх, мне придется с ним попрощаться, да и вам, в принципе, тоже. В общем, вы можете, каждый чувак, или если ты вдруг не пацан, то ты тоже можешь это сделать. Здесь стоят очень и очень много модов, поэтому вы их все прекрасно знаете. Поэтому это у нас конец, да? Поэтому вот так вот это все получилось. Ладно. Всем до встречи, всем пока!